Всем привет, мои дорогие друзья! Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я не несу ответственность за ваше решение, я только рассказываю, где зарабатываю, чем занимаюсь. И вы знаете, сегодня у нас очень интересный проект, очень интересное направление в моем портфеле, куда я проинвестировал 1050 долларов. Я купил 3 доли в этом бизнесе, которые мне сейчас приносят очень неплохой доход. 1% в неделю. Давайте даже сейчас вот вам покажу на калькуляторе. 366 мы делим на 7. У нас 52, ну, чуть больше там. Я чуть позже расскажу про фишки. 52% годовых. Это, согласитесь, очень хороший процент. Не каждый банк вообще дает такие проценты. Причем это инвестиции не в хайп, это инвестиции, связанные с реальным бизнесом. Все есть, все подтверждения. Там этот лицензия, ну и так далее. Все есть, все сейчас вам покажу. В общем, направление это называется у нас SODO Investments. Работает пока что на данный момент только с MetaMask в сети Polygon. Вот, на моем телеграм-канале, ссылочка будет в описании, я добавил туда адрес смарт-контракта токена. Вам нужно в свой MetaMask добавить адрес смарт-контракта, иметь немножечко матиков, ну, на комиссии. На комиссии нужен матик, чтобы тут участвовать в этом проекте, нужен будет матик. И сеть USDT, токен USDT, доллар, стейблкоин USDT в сети Polygon. Вот, у меня сейчас 3 SODO, вот как видите, я сюда нажимаю импорт токенов, далее вводите адрес смарт-контракта токена. У кого нет, кстати, кошелечек MetaMask, и как туда добавить сеть BNB-шку, у вас изначально MetaMask будет на сети эфира. Вам нужно будет добавить сеть BNB-шку, это очень полезная будет штука. Вот, и дальше еще нужно будет добавить сеть Polygon. Вот, в данном случае сейчас SODO работает только на Polygon. Вот, и я думаю, что со временем будут там и другие сети. Так, давайте сейчас ознакомимся, чем занимается SODO. Погрузитесь в мир, где криптовалюта встречается с традиционным бизнесом. То есть, решили, как сделать вообще. Что решили сделать создатели этого проекта. Они объединили офлайн бизнес с онлайн, потому что, ну, не каждый может себе позволить, допустим, инвестировать миллион долларов и зарабатывать там 50-60% годовых. Потому что, ну, у кого такие большие деньги, он, как правило, откроет свой бизнес и будет еще больше зарабатывать. А тут сделали вот такие вот доли. Это товарные полки, которые, ну, вот все в совокупности стоят там по 350 долларов. Так, сейчас расскажу про маркетинг. В общем, 1% это в неделю, это каждую неделю 1%. Дальше от себя я плачу 3% это кэшбэк, и 3% вы получаете бонус. То есть это итого вот в первый месяц можно заработать 10% чистой прибыли. Вот, при минимальных рисках, потому что это не хайп проект, если там не будет и инвестора, в эта тема не зайдет, там движа не будет, там это все быстро очень скамится и так далее. Тут же реальный бизнес, когда тут деньги всегда будут, вот, то есть будут тут инвестора, не будет. И еще тут то, что есть, это когда вы вот сюда заходите, вы нажимаете сейчас сюда войти, вот я сейчас покажу свой депозит. Я сделал уже депозит, все это настроил на телеграм-канале, выложил пост и сейчас вот записываю видео. Так, открывайся. Так, матики, отлично, вот этот аккаунт подключаем, то есть сейчас я все покажу. Вот на балансе у меня сейчас 31 доллар и 50 центов. Откуда этот баланс? Значит, объясняю. Я чуть позже поднакоплю. Как у меня накопится, ну, с депозита, я это все выведу, покажу вам выводы. В общем, вывод тут в режиме инстант, это как я понимаю. Я общался с разработчиком, мы с ним созванивались. И что хочу еще сказать. Смотрите, это реферальные, те самые, про которые я вам говорил. То есть я получаю, вы, допустим, инвестируете сюда 1050 долларов. То есть каждую неделю вы будете получать по 10 долларов.
я с этой тысячи получаю 31,5 долларов, я вам его выплачиваю с учетом всех комиссий, там, в сети Polygon или там Трончики, ну, как вам будет выгодно. То есть, и вы получаете еще от меня кэшбэк. Реферальный код тоже я оставляю всегда в закрепленном комментарии, также свою ссылочку. Ссылочка будет в описании на TR Energy, где экономить USDT TRC20. Ссылочка, как установить MetaMask, как добавить сеть. Там у меня, ну, как сеть BNB добавить, но сеть Polygon, там тоже ничего сложного нет, там добавить сеть. Посмотрите, какие значения там в полигоне, на том же там Polygon Scan. С телефона MetaMask вроде она автоматически, если не ошибаюсь, добавляется. Так, мои инвестиции. Вот, на данный момент, смотрите, у меня сейчас 1049 долларов, то есть 1050 долларов. То есть каждую неделю по 10,5 долларов. То есть итого у вас первый месяц это 10%. И через, получается, сколько там у нас, еще 5 месяцев. То есть 30% вы зарабатываете за полгода. За полгода 30%. Это очень классно. И тут такой есть еще интересная фишка. Допустим, вам срочно понадобились деньги. Вы можете эти акции, вот эти вот доли кому-то продать. То есть продать другим инвесторам. Ну, это как по сути как копилка. Маркетинг такой как копилка. Что через полгода, допустим, вы можете их перепродать. И тут еще доходность будет разная. Так, сейчас я вам покажу, друзья, как это все сделать. Смотрите, пригласить друга, тут у вас реферальный код. Допустим, человек сюда инвестирует 100 тысяч долларов. То есть вы получаете там 3 тысячи долларов. Это же классно, я считаю, что это красота. Поэтому можно приглашать друзей и очень даже неплохо заработать. То есть вы, вот, к примеру, у вас люди занимаются там недвижкой или еще чем-то и хотят свой инвестиционный портфель распределить. То есть вы можете позвонить, обратиться сюда в поддержку, встретиться, приехать в Китай и посмотреть весь этот бизнес, как он работает, заключить договор, посмотреть лицензии, то есть это все можно сделать. Так, также есть карта доступности по магазинам. Давайте сейчас быстренько покажу вам купить соду, как это все делается. И еще покажу, тут есть еще телеграм-канал. Вот, на телеграм-канале тут вы можете на него подписаться. Вот это можете все посмотреть, как отправляют товар, склады, все документы. Вот тут видео разные есть. Это все вы можете вот посмотреть. То есть это, ну, не просто легенда, как в хайп-проектах легенды. Там трейдеры, там мы занимаемся торговлей, мы выпускаем там что-то. Мы выпускаем какую-то продукцию, которая ничем не подкреплена, просто какие-то картинки, там документы купили за 500 долларов, там Австралия, там 1500 долларов сейчас стоят документы. То есть документы любые можно купить, это вообще не проблема. Уставной капитал тоже любой можно сделать там и так далее. Вот, поэтому тут же все, вы можете даже лично приехать, вот, чем эта компания еще. То есть компания работает уже, ну, не первый год, так сказать, и сейчас они вот вышли в онлайн. То есть до этого они зарабатывали на офлайне, поэтому уже такая большая доходность. То есть зарабатываете от 52% годовых. То есть это может быть выше. Что еще может быть в компании? Допустим, смотрите, вот сейчас доступно 1156 вот таких вот акций, ну как это назвать, или доли бизнеса, или акции, вот, их может быть меньше, может быть больше, как будет развиваться бизнес. И что самое интересное, тут вот и в магазине есть такие вот штуки, вот такие поддоны, когда там, ну, допустим, акция, срочно что-то нужно продать, там какое-то пиво или напиток какой-то, на этих акциях тоже будет заработок появляться. То есть, допустим, там вкладываете 1000 долларов, там через неделю там 1500 или 2000 долларов. То есть это будет выше даже, чем 52% годовых. То есть вот такая у нас интересная копилка. Допустим, через полгода вы хотите выйти из бизнеса или там, ну, продать эти акции кому-то другому, или вам там срочно деньги нужны, что-то купить хотите. То есть вы можете продать этот токен SODO. В общем, как купить SODO сейчас, смотрите, мы, например, нажимаем «Добавить в корзину», переходим дальше сюда в корзину, и мы тут, получается, вот смотрите, сейчас вот мы можем
Ага, корзина, вот, допустим. Вот, итого инвестиции у нас 700. Например, 700 долларов. То есть 2, вот, 3 можем. 4, 5. Вводим сюда реферальный код. Нажимаем «Сделать заказ». И мы переводим... Давайте сейчас просто, ну, без кода вам покажу. Вот, «Сделать заказ». Смотрите. Скопируйте адрес кошелька, на него переводите вот 1750 долларов, нажимаете кнопочку «Я платил», затем пишите в поддержку. То есть, если у вас, ну, допустим, крупная сумма инвестиций, вы хотите там инвестировать 100 тысяч долларов, вы связываетесь с поддержкой, приезжаете в Китай, договариваетесь там о встрече, чтобы там все вам показали, там все документы, лицензии, но так как это... И мелкие суммы, там 300 долларов, там 500 долларов, никто, соответственно, этим заниматься не будет. То есть, если у вас там крупные инвестиции, то вы можете даже офлайн заключить сделку. Если это суммы, там, скажем так, ну, до 10 тысяч долларов, ну, как по мне, это мелкие считаются инвестиции. Вот как у меня сейчас, например, 1000 долларов, там, 1050. Я не могу сказать, что это большие инвестиции, так как у меня большой портфель. То я вот сейчас делал это вот так вот. Вот, друзья, риски, конечно, всегда есть в любом бизнесе, тут как бы это нужно тоже понимать, это первое, я только говорю, даю только информацию. Дальше, что касается по этому проекту, я сюда планирую тоже приехать в Китай, вот как у меня будет, ну, такая вот появится возможность, так сказать, где-то распределить свой портфель, то для портфеля это очень неплохое направление. Вот, я сюда тоже хочу инвестировать немаленькие суммы в дальнейшем, чтобы заключить там уже договор, ну, все посмотреть, все прощупать, видео вам эти все показать. Вот, очень интересно это направление, в общем, можно еще очень долго тут рассказывать. Вот, пока что на сегодня, наверное, все. Я буду вам также показывать там пассив, разные там новости. Ну, для портфеля это вот, если у вас люди особенно с офлайном, ищут вот какие-то там стартапы, какие-то фонды, вы тут просто можете очень хорошо заработать, даже за счет приглашений. Вот. Ну а вам больших заработков и до новых встреч.